Всем привет, дорогие друзья, на связи как всегда Юрчик, ребята. Сегодня в гостях у меня Донни, и это новое шоу «Спуск без тормозов с огромной лестницы». Кокосики! Что ж, ребята, первую серию мы снимали с Димоном, нам очень сильно понравилось. Сейчас, в общем-то, снимем с Ваней и посмотрим, как ему она зайдет. Что мы здесь имеем? У нас, ребята, есть вот такая огромная дуга, где мы будем разгоняться на машинах из реальной жизни максимально сколько сможем. Потом вот здесь, ребята, на стрелках мы полностью отпускаем педаль газа и управление. Машина, получается, по лестницам будет ехать самостоятельно. Сделано это специально, чтобы был шанс и вероятность того, чтобы она улетала, несмотря на то, что ступеньки, на самом деле, ребята, очень огромные. Машины с хорошей подвеской будут улетать в стороны, ребята. Здесь 200 ступенек, ребята. Чем дальше вниз мы спускаемся, тем больше баллов мы получаем. Но самое главное, внизу есть синяя платформа. Если мы попадаем просто на нее, мы получаем 200 баллов. Да. А также есть ворота, ребята. Если машина залетает чисто в ворота за вот эту линию, то получает 250. Некая такая система экстра баллов. Но, как вы прекрасно понимаете, с вершины вот этого спуска вот сюда в ворота попасть, ну, крайне нереально. Так, ребята, проведем просто 100 миллионов всяких разных заездов. Но это не точно, по времени мы ограничены. Да, но, тем не менее, получим, надеюсь, удовольствие. Первый раунд по одной жеребьевочной тачке. Давай мы с тобой ее достанем. И у меня какой-то... Что это? Петух. На шилдике. Так, кстати, у тебя неплохой... Да, у тебя неплохой ГЛС. Что ж, ребята, разгоняем. Мы можем мешать друг другу, правда, нежелательно, но пока таких, как говорится, не было у нас проблем, чтобы вырезались машина в машину. Но, блин, все возможно, все реально, как, типа, там, не знаю, в бильярде, в боулинге, почему бы и нет. И, слушай, насколько высоко находится у нас платформа, что даже вот тень появляется только средняя на спуске. Слушай, у тебя хороший автомобиль, это тот самый, ребята, старичок, прям быстрый. Так, ну и все, да, полностью все отпускаем. Ему, у тебя подвеска хорошая. Ну, кстати, я тоже поехал, Ему, у тебя подвеска реально хорошая. Вот только сейчас тебе начало. Скорость упала и полетел. И ты что, решил сразу 200 баллов поставить, что ли, в самом начале? Такое себе. Сейчас посмотрим, не знаю пока. Это максимально плохо будет, что, это как отыгрывать-то? Так, ну, я пока кручусь, верчусь, всего лишь 50 баллов. Я тебя даже не вижу, ребята, на фоне этих лестниц. Так, мне повезло, что у меня машина развернулась. Я, может быть, по накату проеду еще немножко, но... Нет, ребята, 54. Так, где ты? Давайте посмотрим. Ты что-то очень далеко куда-то улетел. Ты где вообще? Ну, а, ты еще летишь. Уже... хорошая скорость, ребята. Очень сильно повезло. А вот тут проблема, да? А рулить нельзя, да? Ничего нельзя делать. В этом и прикол. Ну, 164, наверное, ты все-таки синий больше упал. Блин, оставь машину здесь, как... Ой, уже удалил. Ну, давай свою оставлю. Короче, вот. Показатель того, что есть летающие хорошие тачки, которые могут до конца добраться. На самом деле, от подвески очень многое зависит, но и скорость играет здесь огромнейшую роль. Все очень просто, Ваня был дальше, у него 3 машины, у меня только 2, ребята. Ну, а вы после увиденного обязательно поставьте лайк, потому что дальше будет еще интереснее, это я уверен. И не забывайте подписываться, но это не считается, нет, только из реальной жизни. Ускоряшка, кстати, попадалась, квадро попадалась и квадро того самого. У тебя 3, у меня 2. Так, у меня Феррари и вот такой вот, короче, что это такое, я не помню, это Бентли вроде. Так, кстати, ну быстрый довольно-таки, у тебя тоже интересные тачки. И, слушай, Феррари быстрее. Будем делать акцент именно на скорость, ребята, с вами, подвески, потому что здесь играют злую шутку, вот серьезно. У тебя прям... Ну, да. Бэха какая-то интересная. Так, ну попробуем, бумер, ребят. Бумер-бумер. Ну да, воу! Да. Воу, чё? Поехал. Просто, да, просто выкинуло. Попытка номер 2. Ладно, хоть недалеко отлетели. Попытка, поехали. Как у тебя дела? Да пока нормально. Есть тачки, которые с низкой подвеской, со всей дури, вот где уже отпускаешь газ, просто ударяются и улетают в сторону. У Димона было так, что он 2 балла получил. Просто закопался. Слушай, я тебя даже не вижу на горизонте, ты куда там улетел? Так. Ну, я не супер далеко, но пока просто доскочу. Ну, у меня пока хорошо, но машина крутить начинает. Напомню, ребята, мы никак не управляем машиной, то есть все, что вы видите, происходит самостоятельно. Автопилот бы здесь пригодился, возможно, от Теслы, но это не точно. Так, ты уже остановился, я вижу. Я, короче, встал на 61. Драт, 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 драт.
И 61 тоже, я уже мимо улетел. Приколы, просто допрыгали до одной и той же, ребята, лестницы. Что ж, ребят, продолжаем с боевой ничья по 3 тачки. Так, нет, не считается. Волгарь такой себе, клакамбел, кому курочки, как говорится. И вот так вот, ну, вопросы. Так, из-за этого клакамбел ничего не видно. Так, кстати говоря. Так, у тебя Бугатти какая-то, внедорожник, кстати, неплохой автомобильчик. Я, наверное, возьму вот так вот. Давайте мы прыгнем. Это что такое? Давайте посмотрим. Это Pontiac 2 плюс 2. Pontiac, да. Интересно. Так, 2 ну плюс 2, 4 получается, поехали. Мерседес, да. Полный привод раньше по-другому, да, обозначался. Ты что, быстрее, что ли? 2 плюс 2. А я думал, Pontiac-то пушка. Хороший вопрос. Так, ну нам еще надо как-то выпрыгнуть, чтобы друг друга не снести. Очень близко расстояние друг к другу. Ну, плюс-минус по скорости мы одинаковы. Ну, 500. Ну, 475. Дима. Меня уже развернуло. Ты чуть позже начал, я вижу, крутиться. Да-да-да. Это настолько рандомно может быть. Давай. Слушай, скорость вообще не теряется. У меня там 292 км, 270. То есть пока машина летит, скорость сохраняется, а потом она уже потихоньку, короче, падает. Так, я на колеса встал. Это может быть плохо. Я тебя вижу. Ты там ГЛС перелетел, нет? Нет еще пока. Так. Я теряю скорость сильно. Слишком много ударов. Так. Очень много ударов. Да, я до тебя уже не долечу, походу. К сожалению, квадратная машина не справилась. Забыл, ребята, сказать очень главное условие. Если машина взорвется, пока она летит, то сразу 0 баллов автоматически. Ага, понял. Так, 152 балла взяла моя машина. А ты прям ГЛС приехал, да? Нет, я уже 180 с чем-то. Серьезно? Не хватило. Остановился. 181. Топово, ребята, очень-очень-очень-очень хорошо. Так, ребят, давайте посмотрим на следующий спаун. Конечно же, Ваня был дальше, но это не считается. Хоть, а то это слишком здорово было, слишком огромно. Да. Так, у меня дыня-воз. Кстати, он кубарем-то полетит, но я ему не доверяю. Так, Lexus. Вернее, Toyota, почему Lexus. А потом что, Audi и еще что там. Так, а ты его и возьмешь, да? Кстати, LS-сотый вроде... Да, это сотка. Это может быть неплохо. Так, давайте разгонимся. У меня типа, ну, средняя тачка, я думаю. Хотя по накату, если разгонит, будет неплохо. Ухожу вроде даже. Главное не цепануться. И дверь закрой. Да? Ну ладно, я пошел. Ой, ужас. Ужас такое. Так, все, полетели. Ой, какая подвеска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты видишь, как меня раскрутило? Бьюсь всем, чем можно. Так. Пока машина держится плюс-минус в центре, ты особо не напрягаешься. Когда она уже теряет скорость, ее скатывает в бок, вот тогда уже напрягаешься прям сильно. Да-да. Так. И я вылетел. Я зацепил последнюю 65-ю лестницу. Так, а ты где? А, ты ползешь потихоньку, да? Так. Почти нырнул. Короче, была идея сделать типа систему подлянок таких небольших. Типа, если машина в пропасть упала, то там минус 10 баллов, допустим, что-нибудь типа того. Потому что они, как правило, падают, но очень мало их. Они реально очень редко падают. Как правило, они в сторону улетают. Поэтому, ребят, напишите в комментариях обратную связь, делать такую систему или нет. Ну и, кстати, напишите, допустим, сколько вам лет. Будет интересно посмотреть на нашу аудиторию. Плюс-минус у нас с Димкой, Дони и, в общем-то, в моем канале аудитория плюс-минус одно и то же возраста. Но вот интересно узнать, кого же больше. Так, слушай, у тебя неплохо первая тачка Бэха какая-то интересная. Так, у меня снова Хавк. И, кстати, М2, что ли? Нет, это Е90 какая-то. Так, ну, Импалыч, Пал Палыч, я возьму его, Пал типа Палыч? Он полетит накатом, maybe, а может не полетит. Очень маленькие колеса, и как бы это сейчас роковой ошибкой моей не было. Потому что что-то прям... Так, поехали посмотрим. Может быть критично. Удачу. Так, окей. Окей, разгоняемся на старте, но да, что-то максималка подвела, конечно. У тебя как дела? 390. Ну, 370 я вижу. Но, блин, на самом деле от габаритов тачки, мне кажется, много зависит. Сейчас посмотрим. О, не, я идеально приземлился. Ковер-самолет, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, меня развернуло. Так. Все, тоже тебя разматывает. Да-да-да, я вижу. Ой-ой-ой, тянет влево, нет.
Меня цифра спасла! Меня цифра спасла! Чё, реально? Да, ну чуть-чуть. Я чуть дальше отлетел. Это 52 балла всего лишь. Так, а у тебя скорость уже полностью потерялась. И... ныряй, ныряй. 62. На десятку дальше. Что ж, ну ладно, ребят, продолжаем. Мне прям вообще заходит эта рубрика. Надеюсь, что вам она тоже нравится. Так, у меня Mercedes, но Е55-я, та интересная или нет? Так, ну и две машины, самое главное, что всего лишь у меня. Не та, блин, беспонтовая, беспонтовая, о, кстати, беспонтовая. Это, так, это что, это Лангов? Нет, это не Лангованная. Так, две Бэхи. И третья машинка у тебя еще есть. И это еще три Бэхи, просто выбирай. И все, кстати, разного времени, так сказать, да, по ходу производства. Так, ну окей. Астин Мартин. Окей, let's go. Не доверяю, конечно, Астон Мартинам. Хотя есть и хорошие. Но ДБ-9 к ним не относится. О, все включили, тень появилась. Я чуть быстрее кстати, тебя. Кстати, будку провел, ты помнишь? Так, так. Слушай, а ты быстрее, что по скоростям? 500. Серьезно? Ема, ты полетел, ты куда собрался-то? Пока что, короче... Ема! Мне это не нравится максимально. Так. А меня раскрутил вообще, чё? Чего? Реально? Нет! А 44, это куда? Это вообще плохо. Серьезно? Я вообще вылетел. Так, хоть я тут чё? 110. Ой. Емать. Лечу. Ну, я сейчас спаду, скорее всего, скоро уже. Ну, может. Да, да. Вот видишь, в чем прикол. Повезло. В одну сторону, прикинь, да, мотанул, да, я видел, повезло. То есть в этом и весь прикол, и цима, что колесо может просто одно зацепиться, машину развернет, и она в другую сторону совершенно поедет. Так, прыгаешь пока, остатки скорости. Все, приехал. И все. 149. 49. Сильно. Продолжаем, ребятки. Надеемся и верим. Хэштег завози, конечно же, в комментариях. И вот, пожалуйста, у нас кран Виктория. Это плюс-минус. Так, и еще одна машинка. И Гэттер, кстати, возможно, хороший. Давайте смотреть. 234 у одного и 180 тут. У тебя хорошая Феррари, да. Быстрая, знаю. Гаиста тоже быстрая. Но, блин, они все низкие. И у меня тут, в принципе, тоже низкая машина. И Феррари какая-то. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Давай посмотрим, что из этого всего получится. Главное, чтобы ГТР просто разогнался. Чем быстрее машина, ребята, на вылете, тем больше шансов по инерции улететь дальше, пока не начнется вот теряться скорость и разматывать жестко. Так, ну слушай. Да. Не особо быстрый. Типа, ну хотя 500 даже успел разогнать. Нормально. Это лучшая пока тачка у меня. Полетели. Ой. Вот первый удар на большой скорости, действительно, он не чувствуется. Вот если скорость поменьше, тогда там прям вообще габыло. Ой-ой-ой, не тяни, только в бок не тяни. Не тяни в бок. Не тяни в бок. Ой-ой-ой-ой-ой, я кубарем лечу. У тебя как дела? Я тебе скажу так, что... Давай, давай, мне повезло! Хочу, короче. Так. Я тебя вообще не вижу, я назад не смотрю, максимально сконцентрирован за происходящим. Меня только что повезло, у меня как у тебя в прошлом раунде машину вытянуло, короче, да? Понял? С края. Так, это лучшая моя тачка за сегодня. А не, вру, вот она лучше стоит. Я все, я встал. Так, 160 у меня. Меня развернуло и выкинуло в итоге. А ты где? Ой-ой-ой, высоко. Тачка в хлам. 126 у меня. Ебать. Чё с машиной? Как ты не взорвался вообще, ребята? Вот именно такие машины, которые хрупкие сами по себе, которые мутся, они и взрываются. Так что, считай, тебе повезло. Самое интересное, что в первой серии была уже похожая тачка у Димона, и она почти взорвалась, но она долетела до 200 и дымилась, понял? Вот чуть-чуть не хватило. То есть калаша 3 патрона, и она уже взорвалась. То есть там ХП вообще не осталось. Ему крайне повезло. То есть до полной остановки машина, если взорвется, то все. Типа уже габело. Так, у меня GMC-шка интересная, господи, Форд здоровенный. А, и что-нибудь интересное можно еще? Так, и вот так, это Вольцваген какой? Любопытненько. 192 под капотом, неплохо. Я, ребята, высокую подвеску брать боюсь, серьезно, потому что она очень сильно пружинит, и мне кажется, это только хуже делает. Ну, Форд плюс-минус медленный, но я думаю, не особо-то быстрый на русских номерах. Ну, окей, let's go. Так, ну давай посмотрим. Так, ну в целом, среднее. Первая, короче, ГЛС-ка, она была прям так, топовая, давай. На самом деле. Чё по скорости у тебя? Слушай, да, пока я только начал ехать, чё посмотрим. 445 всего, то есть как бы, ну, хороший средняк, то есть далеко не самая плохая скорость. А 300 у меня вообще. Понимаю. Я тупо кубарем лечу, прикинь. Да. Машина не гнется, не мнется. 60 пролетаю. Немножко в сторону клонит, это плохо.
Ну да, ребят, когда скорость уже ниже 150 примерно, то есть это максимально на машинах плохо сказывается. Лестницы не прощают таких приколов. А 82 и все, я по итогу вылетел. Ты где там? Давайте прикинь, посмотрим. 29. Сколько? Так, а ты сам остановился? А, ты прям остановился, да, и упал в пропасть, ну, получается. Да. Да, ребят, маленькая скорость для машин, это фатально в данном выпуске. Это жестко. Но, тем не менее, ребята, это максимально все равно интересно. Отрывы-то там большие были по баллам, так что нужно что-нибудь еще хорошее бы достать и полететь, кабан. Опять она ее раскрутила. О, уже. Будешь ли брать, вопрос, так, второй ну-ка. Раз. От нее ничего, да, не осталось. Да, я хочу ее испытать. Хочешь еще раз? Ну давай, да, давай. Ну просто я там... Испытай свою удачу. Размотал, это жестко у тебя ее. Так, окей. А что, кабанидзе не тот, что ли? Как это не тот? По-любому. Так. Странно, скорость наполняется. Она наполняется, ладно. Блин, мне интересно, тебя так же расфигачит или нет? Так, так. Ема. Повезло. А как, блин, ты в первом раунде? А вот, ема, все, полетел уже, да? Так. Да. Ну слушай, ты намного дальше улетел, походу, чем в первом раунде у себя. Так. А, я выпал, бляха-муха, я выпал, да, таким за пределом. Я видел. 109, да. 109. Так, мы летим пока дальше, ребята. Кабан не сдается, еще 300 км под капотом. Главное, чтобы сейчас как-то мы правее все-таки взяли. Давай, давай, родимый. А, и плохо. Я в свою тачку лечу. Перелетел, еще в сторону поехал, в другую. Приколы. Блин, нормально. Да. У нас, кстати, еще 200 баллов не было сегодня. Давай, кабанчик, мы верим в тебя. Поскакали. Умеешь скакать. Поскакал кабанчиком. Ну, 250, мне кажется, взять вообще нереально здесь. Я не возьму, я остановился. А, да. 193, ребята. Чуть-чуть не хватило. 7 баллов до конца. 7 ступенек, ребята, понимаете? Вот, казалось бы, рукой подать, и уже мы здесь. Да. Вот приколы. Впереди последний раунд, давайте его проведем. Продолжаем, ребята, последний раунд. И давайте посмотрим на заключительный дроп Volkswagen. Вот такой вот. Тут Лекха и Ровер. Так, Бэха... И Порша. Порша быстрый? Вопросы. У тебя, по идее, ну, неплохой. Бэха неплохая. Нет, Бэха нехорошая. Нехорошая. Нехорошая прям? Не та самая, которую ты имеешь в виду, которая 250, это другая какая-то. Так, ну поехали. Попробуем. Порш против... Что это? Что у тебя? Что это такое? Дошилника не вижу. У меня Lexus. Страшненький очень. Ой, очень медленный, я смотрю. Очень медленный. Так, ну это хорошо. Еще немножко баллов отыграть мне было бы прям приятно. Ну да. Потому что, ребят, напомню, что вы баллы видите сейчас у себя на экранах. Это последний раунд, и сейчас будет ясно, кто победил. А мы не знаем, мы примерно так на вскидочку только можем прикидывать. Так, ну слушай, поехал нормально, скорость теряется, правда, сильно и... Да. Блин, мне знаешь, что интересно? Вот типа колобок, вот это, BMW и Z, она как улетит. Она, по сути, маленькая, круглая, и скорость у нее топовая на разгоне. Так. Их, давай. Я все, приехал. У меня плохо. Я... Ой-ой-ой. Ну, у меня еще хуже. Ой, 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 ну там скорости не было. Бум! Все, я все. 85. Я приехал. У тебя? 52. Да, высоко. Что ж, ребятки, вот такая серия. Пишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Надеюсь, лайк вы уже прожали. Не забывайте подписываться и настраивать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а сегодня у нас кабан оказался самым-самым топовым, хотя до конца мы не добрались. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Пока, ребята.